Вольфенштейна. Они никак не могут его забыть. У меня 30 лет американское гражданство. Я не хочу говорить по-русски. Я... Ну, это вот мое такое отношение. Вам повезло, что я согласилась побеседовать с вами, потому что я обычно отказываюсь от любых интервью. Я ненавидела Россию, советскую Россию. Я никогда не вернусь в Россию. Я не являюсь этнической русской. Вам я согласилась дать интервью, потому что вы называете меня по имени Светлана. Светик, Семисветик. Это приятно. И потому что вы молоды. Осталось в памяти Светланы одним из самых счастливых периодов жизни. У нее было все, но главное, у нее была настоящая семья. Мама ее была строгой, но заботливой. Света в 5 лет читала на русском и немецком языках. Вопреки расхожим представлениям, Иосиф Сталин вовсе не был холоден с дочерью, а, как всякий отец, любил ее, баловал, давал ласковые имена, называл ее «моя светанка». Свою особую любовь ко мне отец объяснял тем, что я была ужасно похожа на его мать. Так он считал. Какими были ваши отношения с грузинской бабушкой? Я видела ее лишь однажды. Один раз. Вместе со своим сводным братом. Он говорил по-грузински. Она вообще не говорила со мной. Она не понимала по-русски? Нет. И как же вы общались? Пожалуйста, прекратите. Вы лезете в очень личные вещи. Я не желаю говорить об этом. Я боялась ее, потому что она была старой, с седыми волосами, бледная. Я не понимала того, что она говорила. Она предложила мне конфеты на тарелке. Разумеется, я их не взяла. И это был единственный раз, когда я ее видела. А потом мы уехали. Детство у Светланы было радостным и безмятежным. Таким был и последний при жизни матери день рождения Светланы в феврале 32 года. Ей исполнилось 6 лет. В кремлевской квартире было полно детей и друзей семьи. По стенам были развешаны детские стенгазеты и рисунки. К гостям должен был присоединиться и сам Сталин. Обычно на детских праздниках он был пассивным зрителем и наблюдал за всеми со стороны. Надя, а где Иосиф? Не знаю. Скоро будет. Мама, мама! Спи.
Когда торт принесут, мы все торты хотим. Торт? Сначала папу дождемся, а потом и торт. А? Мам, пойдем поиграем. Пойдем, конечно, пойдем. Конечно, пойдем поиграем. А как же? Настя, да что с тобой? Почему такая грустная? Я тебя не узнаю. Ты же первая красавица в Кремле. Да что там в Кремле? Во всей стране. Наверное, она была предана ему. Их брак длился 14 лет. У них было двое детей, мой брат и я. Плюс мой сводный брат Яков, которого я очень любила. И мама тоже его очень любила. Ноября 1932-го страна отмечала 15-ю годовщину революции. Парад и демонстрация затянулись до вечера, поэтому банкет в Кремле по случаю праздника решили перенести на следующий день. В тот праздничный вечер 8 ноября вождь грубо окликнул жену. «Эй, а ты чего не пьешь?» Надежда по одной версии резко ответила: «Я тебе не эй». По другой Сталин, бронясь, швырнул в жену апельсиновую корку. Надежда ушла. Надя! Надя, постой! Надя, постой! Подожди, Надя! Надя, подожди! Надя! Что? Зачем ты так? Надя! Жена Молотова, Полина, долго пыталась успокоить ее, но тщетно. Моя мать не была русской. В ней была кровь немецкой матери и отца наполовину цыгана. Поэтому она и была такой эмоциональной. И она была очень умной. Очень умной. Надежда написала Сталину письмо, полное упреков и проклятий. Сталин прочел его, но больше никто его не читал. Еще одно послание, похожее на инструкцию, содержало подробные советы, как следует воспитывать детей. Например, следить за тем, чтобы Света чистила зубы перед сном, а Вася усерднее занимался математикой.
Она была его другом, доверенным другом. До того времени, разумеется, пока она не застрелилась. После этого отец решил, что женщинам доверять нельзя. Они бьют ножом в спину. В ночь с 8 на 9 ноября няня подняла детей рано утром. Наспех одела и вывела погулять в Кремлевский двор. Было темно, ветрено и сыро. Гуляли долго. Света и Вася чувствовали беду и постоянно спрашивали, где мама. Брат. Ладно, положи. Светочка, иди сюда. Перед рассветом произошла первая, но не последняя трагедия в жизни Светланы. Ее мама покончила с собой. Стало ли это следствием безысходности, непростых отношений с мужем или сиюминутной вспышкой эмоций, понять сложно. Но для детей это значило, что они остались одни. А нелегкий характер их отца навсегда изменится к худшему. Надежда Аллилуева оставила мужу инструкции по воспитанию, но писем детям не было. Сначала чекисты заподозрили убийство. В Кремль экстренно прибыли Климент Ворошилов, член политбюро ЦК ВКПБ, Генрих Ягода, первый заместитель председателя ОГПУ, Авель Янукидзе, секретарь президиума ЦИК, Рудольф Петерсон, комендант Московского Кремля. Я должен увидеть тело. Показывайте. Может, Авель Сафронович покажет? Я покажу. Пойдемте. Генрих Ягода немедленно начал дознание. Первыми были допрошены Каролина Тиль, экономка в семье Сталина, и Александра Бычкова, няня Светланы и Василия. Это я ее первой нашла. Испугалась страшно. И сразу побежала к няне. Беда-то какая. Я в детской была. Каролина Васильевна прибежала ко мне. И сегодня утром, как обычно, сделала завтрак. Стучусь к ней. Молчит. Открываю двери. А она... Это вы перенесли тело на кровать? Мы. Я еще за ведром с тряпкой побежала, чтобы прибраться, чтобы дети ничего не увидели. Напрасно. Ее нельзя назвать несчастной. Разговоры о том, что она была несчастна, поэтому застрелилась, все это вздор. Потому что она могла иметь все, что хотела. Отец мог дать ей все, что она хотела. Дом был полон людей. Там были гувернантки, учителя. А товарищ Сталин уже знает? Комендант вроде звонил Зубалову. Да, я звонил, но, очевидно, все уже спали. Я говорил с товарищем Молотовым. Они оба еще вчера туда уехали. Должны быть с минуты на минуту. Она начала учиться в индустриальной академии. И собиралась на следующий год развестись с отцом. Все знали, что она хочет развестись с ним. Она хотела закончить академию, пойти работать. Она ведь была феминисткой и думала о том, чтобы найти работу и развестись с ним. Но зачем ей разводиться с ним? Потому что она так хотела.
Она хотела жить самостоятельно. Таков был ранний русский феминизм. Все женщины хотели уйти от своих мужей, начать работать и стать независимыми. Кремлевские врачи Каннель, Левин и Плетнев отказались подписать бюллетень для прессы, в котором смерть Надежды Аллилуевой объяснялась приступом аппендицита. Известие о смерти жены Сталина ошеломило людей, а некоторых испугало. Москвичи пришли проститься с Надеждой Аллилуевой, хотя многие услышали это имя впервые. Для Светланы с этого момента время разделится на два этапа – до и после смерти матери. Конечно, в 6 лет Светлана этого не осознавала. Это не было ударом или шоком для маленького ребенка. Но с возрастом самоубийство матери и то, что все скрыли этот факт от нее, будет являться для Светланы постоянным символом ненавистной ей двойной кремлевской жизни. Нет, я не знала никаких секретов. Мой отец был достаточно умен, чтобы не посвящать семью в государственные тайны. Особенно после того, как застрелилась моя мама. Он всех женщин считал предательницами. Он никогда ничего не говорил мне, так что я ничего и не могла. Он считал, что она предала его? Да, конечно. И он думал, что вы тоже можете предать его? Кто думал? По последней информации, для транспортировки средств совершения теракта будет использован действующий канал контрабанды фальшивого золота. Что-то случилось. Леха, уйди! Гера, объясни хотя бы, что происходит. Курорт цвета хаки. Премьера многосерийного фильма. Завтра, после программы «Время». Так ты все знал. Это ты, Стрельцов, ничего ни о ком не знал. Для экстренной профилактики ОРВИ после контакта с инфицированным человеком одна капсула орбидола максимум в день 10-14 дней. Возможны повторные курсы. А вон там большая медведица. А там созвездие близнецов. Ну что там новенького? Папа, папа, мы нашли созвездие пингвина. Киндер Пингви. Это натуральное молоко, вкусный темный шоколад и сочный бисквит. Киндер Пингви. Все вкусное детям. При проблемах с печенью может помочь тройное действие Essential Forte M. Он способствует восстановлению, укреплению и защите клеток печени. Любите жизнь всей печенью. Ту-ту. Кофе по купону 2.1 за 29 рублей. KFC. Даже чемпионы должны соблюдать правила безопасности. Мирвестин! Первое правило безопасности. Окунись в свежие ароматы. Гель для душа «Фа» по выгодной цене в магазинах «Лента». А при сильной боли в горле спрей «Тантум Верде». «Тантум Верде» действует глубоко в воспаленных тканях горла. На красное горло – зеленый «Тантум Верде». Зеленый и сильный. Спешите в Эльдорадо на неделе гиперскидок. Производительный Xiaomi Redmi 9 со скидкой 2000. Эльдорадо. Разрушительный удар по ценам. Вечером празднуем? Простуда уже празднует. Знакомые симптомы. Попробуй ибуклин. Два компонента ибуклин усиливают друг друга, направленно действуя против жара и боли. Тратишь ЗП и не знаешь, что наггетсы теперь в KFC? Теперь знаешь. KFC. Я сильная. С кальцимин Адванс. Это единственный препарат кальция с минералами для создания коллагена. Для крепких костей. И изящных ногтей. Кальцимин Адванс. Байер. Сравните цены. Аптека.ру. Комплевит кальций D3 Форте принимаю. Максимум кальция с ним получаю. Витамина D восполняет дефицит. Кальций D3 Форте от Комплевит. Почему вы выбрали электронную трудовую книжку? Ценю безопасность и сохранность данных. С электронной трудовой легче дистанционно устроиться на работу. Можно самому проверить записи в любой момент. Все данные под рукой. Это удобно. Сведения из ЭТК можно получить в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг у последнего работодателя в клиентской службе ПФР и в МФЦ. Подробнее на официальном сайте Пенсионного фонда России pfr.gov.ru. Заказывай доставку и продукты из ассортимента шеф-повара на сайте и в приложении «Метро».
Нам приходится выбирать с макарошками или с пюрешкой. Но мы точно знаем, котлеты только Черкизово. Из мяса собственных ферм. Черкизово. С макарошками и с пюрешкой. В Билла недели любимых скидок. Более 1000 суперпредложений с картой Билла. А еще сыр Тюльзи Терсармич всего 39 рублей 90 копеек за 100 грамм. Билла, вот это мне по вкусу. Сочное филе в фирменной хрустящей панировке. Только в KFC. Когда любовь идет от сердца, это чувствуют все и готовы делиться любовью друг с другом. Творог искренне ваш. Любовью от сердца. Кирюша, у тебя дома продукты как появляются? Мама покупает, курьер приносит. Мама покупает, а курьер приносит. Удобно. Заказывай доставку в приложении и на сайте Метро. В Метро замороженные десерты и сладкая выпечка со скидкой 30%. Метро. Мы проверили качество связи Теле2 сами. Абоненты, дело за вами. Проверяйте связь разговорами непрерывными. А скорость интернета фирмами длинными. Поймал? У меня всегда ловит отлично. Убедитесь и вы в качестве связи лично. Не понравится? Вернем деньги. Папа может. Сервелат финский в пятерочке. Папа может. Терем. Выгодные предложения к 23 февраля. Уже на сайте. Только Водомас этой весной смело рассчитывай на большее. Ведь Водомас большие скидки до 80%. Теперь ты знаешь, что делать. Когда началась война, Светлану эвакуировали в Куйбышев. Вернувшись, она не узнала Москву. Это был совсем другой город. Света тосковала в кремлевской квартире. Ей оставалось только одно – слушать сводки информбюро и читать. Сталин твердил дочери – учи английский, словно предвидел ее будущее. Света читала иностранные журналы, чтобы подробнее разузнать о судьбе сводного брата Якова, недавно попавшего в плен. И случайно наткнулась на короткую справку о матери. Бабуся, это правда? Светочка, голубушка, о чем ты? Ну, тут написано, что моя мама застрелилась. Бабусь, так это правда? Так вы что же, вы все знали, и никто ничего мне не сказал? Бабусь, тут написано, что моя мама не просто умерла, она застрелилась. Ну скажи, ну вы же с мамой всегда учили меня говорить только правду, ну скажи! Светочка... Пойми, не могла я тебе сказать в то время всю правду. Папа строго, она строго запретил. Зачем? Ну почему она? Устала. Раскрытие этого обмана стало первым шагом протеста Светланы. Первым проявлением желания вырваться из этого кремлевского круга тайн, лжи и заговоров. В 42-м на всех фронтах шли жестокие бои. Но в Москве золотая молодежь находила время для развлечений. Несмотря на военное положение и комендантский час, веселились отчаянно. Товарищ Сталин! Добрый вечер! Извините, не узнал! Да ладно, вольно, лейтенант, поехали! В этот вечер на дачу Сталина в Зубалово приехали Василий Сталин и Алексей Каплер, кинодраматург.
вообще предлагаю поднять. Вот, бокалы. Точно, Алёш, а про сценарий ты потом расскажешь, давай. Сценарий. А то девчонки засиделись, написанный. Давай. Да. Бокалы. Так, поднимаем бокалы. Оп, поднимаем. А у меня руки за это. Ура. Кто поможет, давайте. Вот так. Ой, хорошо. Чтобы папирос кто-нибудь. Нет. Извините, я ненадолго. Спички, а где спички-то? Куда спички? Позвольте. Да, пожалуйста. Спасибо. А то девчонки засиделись. Кто поможет, давайте. Светлана, почему вы такая грустная? Я Каплер, Алексей Яковлевич, совершенно не страшный человек. Очень хорошо. Да. Позвольте вас пригласить. На танец. Вы танцуете фокстрот? Да. Пожалуйста. Смотри-ка, какую барышу себе отхватила, а? Может быть, выпьем вина? А может быть, еще один танец? С удовольствием. And he was very distinguished. Он был известным русским кинопродюсером и сценаристом. Алексей Каплер все знали. Он преподавал в ГИКе, Институте кинематографии. Он делал фильмы о революции, так что он был не последним человеком. Орденоносцы, авторы фильма «Ленин в октябре», режиссер Михаил Ром и драматург Алексей Каплер готовятся к постановке нового фильма о Владимире Ильиче Ленине. Новая картина о Владимире Ильиче Ленине, сценарий которой только что закончен, будет являться продолжением фильма «Ленин в октябре». Мы были друзьями. В России не было такого понятия, как добрачный секс. Мы были просто друзьями. Мы ходили в кино, ходили в театр, в Третьяковскую галерею. Он был на 20 лет старше меня. Свет, а можно сделать так, чтобы вот этот человек перестал за нами ходить? Это не человек, это Климов Михаил Никитич, охранник. У него работа такая, я уже привыкла. Но я еще пока как-то не очень. Ух. Знаешь, мне какой-то Румянцев звонил. Предлагал уехать в командировку, куда-нибудь подальше. Ну, я и послал его, знаешь, куда подальше. Ты хоть знаешь, кого ты послал? Полковник НКВД Румянцев, правая рука Власика. Ну и черт с ним! Слушай, а что Климову от нас нужно? Ты знаешь, по-моему, у него спички кончились. У тебя есть спички? Глаза у него какие-то волчьи. А может, ему роль предложить?
Мы сейчас как раз ищем актеров для фильма. Фильм про военных летчиков. А? Ведь он же летчик, ты посмотри. Он летчик, настоящий летчик. Ты с ума сошел. Ну какой дядька Климов летчик? Ну у нас есть роль за складом. Перестань. Давай лучше в кино сходим. Отличная идея. Ударники показывают королеву Христину, Гретой Гарбу. Ты видела что-нибудь с Гретой Гарбу? Через пару месяцев Каплера отправили спецкором в Сталинград. И он совершил роковую ошибку. В прессе появился его отчет с фронта, как письмо лейтенанта Л. любимой девушке. «Любимая, я буду писать тебе и ждать твоих писем. Если бы ты знала, как они нужны здесь. Скоро вечер. Из твоих окон видна стена Кремля, а над ней небо Москвы. Твой Л. Сталин прочел эту статью. Его реакция последовала незамедлительно. Говори, где письма твоего писателя? Где его книги? Пап, ты о чем? Каплер арестован. Он английский шпион. А за что? Я требую, чтобы ты вернула все, что он тебе передал. Смотрела на себя. Кому ты нужна? Разве ты не знала, что он женат? Дура. So, this poor man was sent for... В общем, этого беднягу на 5 лет выслали из Москвы. А за то, что он осмелился вернуться, его наказали. Мы тогда не встретились с ним. На 5 лет его отправили в трудовой лагерь. Он выжил там, и когда мой отец умер, мы снова встретились. И Люси Каплер был все тем же Люси Каплером. У него было потрясающее чувство юмора. Он все время смеялся, постоянно все высмеивал. И он мог это делать, хотя большинство людей не осмеливались. Пора решающих стартов у фигуристов. Последнее испытание перед чемпионатом мира. Последний шанс оказаться в составе сборной России на главном турнире сезона. Ради этого они готовы на все. Все за победу. Горячий лед. Кубок России. Финал. Сегодня на Первом. Напоминаю обещание на 2021 год. Опять? Обещаю выучить французский. Клянусь. Как ваш прогресс? Ом си, ом са. Все, с меня хватит. Поехали. Ну? Папа! Тихо! Гидростепперы не терпят громких звуков. Пусть твой дрон отстанет. Папа! Я же говорил. У дрона алгоритм такой. Пока не выполнишь обещание, будет напоминать. Ну к Диме он не пристает. Я-то все выполнил. Ну-ка, включи.
В новом году многое в моей жизни станет еще лучше. И? Обновленный премиум подключил. Многое стало еще лучше. Музыки полно, кино, безлимит. Да? Да. Встречайте обновленную подписку МТС Премиум. МТС Мьюзик, онлайн кинотеатр, МТС ТВ, безлимитный мобильный интернет и повышенный кэшбэк на продукты экосистемы МТС всего за 199 рублей в месяц. А для тех, у кого МТС Премиум уже был, условия не изменились. Прогресс 63%. Сон. Я в этом ролике не как известный любитель животных, а как неизвестный йогурт. Начинающий певец и просто мужчина в полном расцвете сил. Поэтому в подарок хочу новый коврик для йоги, микрофон и кроссовки. Еще одни в коллекции. Мир, который нравится, это мир, в котором все, что хочешь, выгодно. Выбирайте любые подарки на Озон и оплачивайте картой МИР с кэшбэком 10%. Регистрируйтесь на приветмир.ру. Мир крутится вокруг тебя. Современный препарат Афалаза может уменьшать объем простаты и дать шанс на защиту железы от болезненных возрастных изменений. Афалаза – раннее лечение аденома простаты. Дари яркие эмоции с Пандора. Специальное предложение на подарки к 8 марта. Точно Нива? Точно. Лада Нива Травел. Выросла дикой. Приучена к городу. Сравните цены. Аптека.ру. Повышенная тревожность, беспокойство, депрессивное настроение могут быть проявлениями стресса из-за пандемии. Не стоит это терпеть. Помочь может Афобазол. Афобазол способствует восстановлению и защите нервной системы. Психическое здоровье – это важно. Какая красивая детская может у вас появиться. Просто оформите кредит в Почтабанке. И ваша ставка с каждым годом будет на 3% меньше. И меньше. И станет вообще детской. И кредит получится всего под 3,9% годовых. Банк, с которым все хорошо. Почтабанк. Чем же насморк одолеть? Сиалор благодаря ионам серебра может способствовать устранению причины воспаления. Сиалор. Попробуйте Ревиталифт Филлер от L'Oréal Paris. Гамма с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты со скидками до 40% на Wildberries. Получите удовольствие к 8 марта. Займитесь Sunlight. Когда у тебя много дел, боль в теле может помешать. Примите таблетки Мотрин от боли в спине, мышцах и суставах. В отличие от других средств, одного приема Мотрин достаточно до 12 часов. Чтобы действовать, когда другие перестают. Уникальный вкус, заключенный более чем в 100 слоях мятной свежести. Тик-так. Твое мягкое освежение. Заказывайте на Сбермаркет. Мини-круассаны Метрошеф всего за 285,60 и другие замороженные десерты и сладкая выпечка со скидкой 30% в Метро. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Жить здорово. Новый сезон. По тонкому льду в России катастрофически растет статистика людей, провалившихся под лед. Что делать, если это случилось с вами? Как выплыть? И самое главное, как правильно спасти? В нашей программе герои и победители, спасенные и спасители. Завтра на Первом. Для Каплера война закончилась в марте 1943 года. Спустя год перед москвичами пройдут колонны пленных солдат и офицеров вермахта. На фронтах еще будут идти бои, а Каплер будет в ссылке долгих 5 лет. И многие решат, что ему еще повезло. My half-brother Jacob died. Мой сводный брат Яков умер во время войны. Немцы расстреляли его в лагере. Он погиб и не вернулся домой. Мой брат Василий был на 5 лет старше меня. Он ужасно боялся отца. Настолько боялся, что терял дар речи в его присутствии. Я единственная была нормальным ребенком. Она оказалась волевым, сильным человеком. Сильнее, чем ее брат Василий. И, возможно, в этом она была больше похожей на отца, чем ей этого хотелось.
Светлана поставила своей целью свободу от привычного в Кремле образа жизни. Поэтому при каждой возможности она делала шаг к поставленной цели. Вы ведь хотели писать еще в молодости? Да, я хотела. Вы даже пошли на филологический факультет университета? Да. Но затем перешли на исторический. Да, изменить факультет меня заставил мой отец. Дома я сказала папе, что меня приняли в Московский университет. И что ты намерена изучать? Спросил он. Литературу и языки, ответила я. Писатели? Богема? Сказал он. Нет, поступай на исторический факультет. Мне было 17 лет, а в 17 лет никто не любит историю. Мой отец считал, что университет оставался таким же, каким был во время революции. Вернее, перед революцией, когда можно было слушать то, слушать это. Но советский университет был совсем иным. Ты заканчивал его, и тебя направляли на работу. Я должна была стать учительницей истории в школе, но я ненавидела это занятие. Но я ничего не могла изменить. Вы злились на него? Я ужасно злилась на него. Здравствуйте, герои-победители! Здравствуй, дочь! Первый раз я вышла замуж за своего школьного товарища. Он закончил ту же школу, что и я. Григорий Морозов. Сталин не одобрил решение дочери и не пожелал встречаться с Морозовым. Но сказал: «Черт с тобой, делай, что хочешь». Поэтому, когда Светлана решила покинуть Кремль, он распорядился выделить для молодых квартиру в доме на набережной. Ты звонила отцу? Да, сказали, что занят. Просили перезвонить 2 часа. Уже 2 часа. Алло, это Светлана Сталина. Я хочу поговорить с отцом. Товарищ Сталин знает. Вы же сами просили меня перезвонить в 2 часа. Ждите. Слушаю. Папа? Папа, это я. С праздником тебя. С победой. Спасибо. И тебя тоже. Тебе что-нибудь нужно? Ну, там, продукты, деньги. Нет, пап, ничего не надо, спасибо. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Уже скоро рожать. Слушай, пап, ты знаешь, мы решили, что если родится мальчик, обязательно назовем его в честь тебя, Иосифом. А если девочка? У них родился мальчик, и они назвали его Иосифом. Наверное, есть смысл 2 слова вообще про детство сказать, потому что много времени прошло, я раньше об этом не говорил никогда. Но сейчас я думаю, что уже можно. Детство было ужасное. Но детство для старшего сына Светланы оказалось только прелюдией к дальнейшим событиям его жизни. Светлане казалось, что наконец-то она счастлива. Ведь она получила то, что хотела – свободу. Но это была лишь очередная иллюзия. Я хотела закончить университет. А мой дорогой муж хотел иметь 10 детей.
Да. Он никогда не думал о том, чтобы предохраняться, так как хотел иметь 10 детей. У меня было 4 аборта и 1 выкидыш. Я сильно заболела и развелась с ним. Ну, развод официальный был, не помню, в каком году, но через много лет уже. Это, там просто были соблюдены формальности. А разошлись они, по-моему, потому что, ну, это ее слова. Мне надоело его занудство. Вот. Просто он ей надоел. Они-то чем помешали? Знали слишком много. Болтали слишком много. А это на руку врагам. У тебя, между прочим, тоже бывают антисоветские высказывания. У меня? У тебя. Задумайся над этим. Тебе замуж надо. Как ты относишься, например, к сыну товарища Жданова? Весьма положительный товарищ. Никогда! Моим вторым мужем был Жданов. Это был выбор отца, и мы поженились. Он вам сказал, что есть такой мужчина, и он хочет, чтобы вы начали с ним встречаться. Или просто предложил вам выйти за него замуж. Нет, у нас не было ни единого свидания. Мы сразу поженились. Мой отец был уже старым, и я не могла постоянно идти против его воли. Я чуть не умерла, когда рожала своего второго ребенка, мою дочь Екатерину. Что случилось? У нас была несовместимая кровь. Сейчас, если люди хотят пожениться, им делают анализ крови. Если кровь несовместимая, они не могут вступить в брак. В те времена таких анализов не делали. У нас была несовместимая кровь. Я не могу объяснить, что это такое. Это что-то научное. Но это привело к тому, что моя дорогая дочь, находившаяся во мне, отравляла мой организм. Это называется токсическая беременность. Сюда нельзя! Там женщина. Да у меня приказ лично в руки. Ну не положено, мне нельзя вас пускать. Светлана Иосифовна там? Я же сказала, что я никого не хочу видеть. Мне приказано передать лично в руки. Ну, к вам пришли. Майор Семенов, комендатура Кремля. Это приказано передать вам. Спасибо. Разрешите идти? Вам нельзя. Девочку назвали Катя. Сталин был очень рад рождению внучки. В письме Светлане он писал: «Береги дочку. Государству нужны люди, в том числе и преждевременно родившиеся». Теперь у Светланы было 2 детей. Я думаю, она больше любила Катю. Не хочется об этом говорить, но это сплошной был мордобой вообще, по поводу и без повода. Мне, например, один раз, ну, это я в школе уже учился, где-то в старших классах, и что-то она разгневалась по поводу того, что замок в двери сломался. И пустила мне в голову молоток, хорошо, я успел пригнуться, потому что
Мы бы тут с вами не разговаривали. Я знала только то, что не хочу этого брака. И после того, как Екатерина родилась, я вскоре развелась с ним. Отец был ужасно недоволен. Но к тому времени он уже понял, что я всегда буду делать то, что ему не нравится. В последние годы жизни отца Светлана встречалась с ним нечасто. На все ее звонки следовал один и тот же ответ. Товарищ Сталин занят. Но в свой день рождения он не смог отказать дочери, и Светлана приехала на дачу к отцу. Первым ее встретил Ворошилов. Здравствуйте, дядя Клим. Здравствуй, Светочка, здравствуй. А ты, я вижу, без подарка, дочка. Опасаясь покушения, на последний в своей жизни день рождения Сталин не позвал Молотова. Приказал отстранить от должности генерала Власика, начальника личной охраны, а также личного секретаря Поскребышева. Из оставшихся помощников Светлана знала только Валентину Истомину, сестру-хозяйку. Здравствуй, Валюш. А, здравствуй, Светочка. Ну, как он там? А ты как думаешь? Не очень как. Ой, совсем себя не бережет. Я ему говорю, товарищ Сталин, у вас гипертония, вам париться нельзя. А? И что ты думаешь? Он два веника и в баню. Правда, на днях курить бросил. Курить бросил? Mm-hmm. Странно как. Он же 50 лет курил, не меньше. А сейчас бросил. Даже запаха дыма не выносит. Ой. От врачей отказывается. С тех пор, как академика Виноградова посадили. Вот то-то. А что, он никаких лекарств не принимает, что ли? Я ему пилюли разные покупаю. Их он и принимает. А тут еще, знаешь что, в чай начал йод капать. Только ему все хуже становится. Молчит, конечно. Но я-то вижу. Ой, ладно, Светочка. Пойдем. Мне работать надо. Да, да. На этот день рождения отца Светлана приехала не только без подарка, но и без своих детей. Сталин мало интересовался внуками. Первенца Светланы Иосифа он видел всего один раз в жизни. Первое, что меня удивило, что он маленького роста. Мне казалось, глядя на все портреты, что это что-то гигантское. Ну, я сам-то был тоже невелик. Как-то сразу он со мной установил какой-то контакт такой. И дети ведь они ложь легко очень понимают. Видимо, это было искренне. Мне там очень понравилось, и я потом просил, чтобы вот спрашивал, когда мы еще поедем, но не успели. Ну, вот так. Запись.
запечатлели в себе глубокое чувство любви трудящихся к отцу народного счастья. Что вообще здесь происходит, а? Ведь отец умер только вчера. Не мешайте, пожалуйста. Личные вещи товарища Сталина мы вам отдадим. А кто она такая? Ты что, не знаешь? Дочка хозяина. Когда он умер, все его вещи, что были в доме, забрало правительство. На следующий день ко мне пришел представитель правительства и попросил отдать все вещи, принадлежавшие отцу, и его письма в том числе. Он сказал, что мне вернут копии, но оригиналы должны храниться у них. Я спросила, у кого это у них. Он сказал, у правительства. Так что все осталось у них. Они вернули вам копии? Да, копии мне вернули, но далеко не всех документов. 20-й съезд партии и критика культа личности не отразились на детях Сталина. Пришедшие к власти понимали, что глупо ассоциировать детей диктатора с прежним режимом. Сталин не делал исключений никому. Хрущев же хорошо относился к Светлане и Василию. Хотя для него они скорее были детьми Надежды Аллилуевой, с которой он учился в промышленной академии. Но Светлана понимала, ее фамилия может навредить ей. Ну вот я был Жданов, я вам рассказывал. А когда надо было получать паспорт, то вот тут-то матушке пришлось мне рассказать вообще. Потому что это нигде ни в каких документах зафиксировано не было. Больше того, с отцом они не были официально разведены. Угу. И поэтому я мог выбирать из двух фамилий. Либо Морозов, либо Аллилуев. Она к тому времени уже фамилию поменяла. Светлана, очень рад, очень рад. Проходи. Здравствуй, дядя Климент. Здравствуй, дорогая. Помощник мне говорит, третий день звонит Светлана Сталина, а я занят был. Чем я могу тебе помочь? Климент Ефремович, вам передали мое заявление? Я хочу фамилию поменять. А. Вот это? Да, оно. Дядя Клим, пожалуйста, поставьте свою подпись. Для тебя, конечно, конечно, пустяки. Я думал, ты пришла квартиру побольше просить. Все просят. Спасибо, но моя квартира меня вполне устраивает. Держи. А я тебе скажу, ты правильно решила. Носить такую фамилию сегодня. Ну. Ну, договаривайте, пожалуйста. Может быть, и почетно, но не серьезно. И почему Аллилуева? Может быть, останешься Ждановой? Аллилуева – это фамилия моей матери. После смерти отца Светлана очень беспокоилась о Василии. Ну, я его даже жалела, Васю. Не зря бабушка Надя писала в инструкции, что надо за Васей следить. Он практически оказался брошенным совершенно. И лет с 12-13 начал водку пить, курить, и был окружен, был охранниками. Всеми этими, ну, что могло получиться? При том, что он вообще исходно, у него тяга к знаниям вообще отсутствовала.
В отличие от Светланы, которая во время правления отца просто хотела, чтобы ее оставили в покое, Василий активно пользовался своим положением. Ну, из него мог получиться, наверное, хороший летчик. Он, говорят, рассказывали вот люди, которые имеют отношение к авиации, что он летчик, он был отличный. Но это беспробудное пьянство и все, и он в 42 года ведь умер. Просто развалилось все. Ну, она его жалела, и я знаю, что она ездила к нему, когда он в тюрьме сидел. Василий Сталин попал в тюрьму не за грехи отца, а из-за своих собственных преступлений. Его осудили за растрату государственных денег и припомнили тех, кого сослали в лагеря по его вине. Он был слабым человеком. Его единственной силой было имя его отца. Теперь, когда Сталин умер, Василий этой силы лишился. Разрешите? Разрешите цветочки? Пожалуйста. Цветами не положено. Как это? Это же простые гвоздики. Моего мужа сегодня день рождения. Я сказал, не положено. Капа, не спорь. Как это не спорь? Мы сюда их еле-еле привезли. Тогда это вам. На память о нас. Теперь можно? Проходите. Войдите. Разрешите? Да. Заключенный готов к свиданию. Приведите его. Есть. Ну, вы хотели встретиться с женой и сестрой? Вот, пожалуйста, они перед вами. Вась, мы вот, вот то, что ты просил. Васечка, с днем рождения тебя, дорогой. Совсем другое дело. Не то, что у них в токарном цеху одна рухлит. Вытащите меня отсюда, а? Сделайте что-нибудь. Я здесь просто подохну. Я уже написал всем, кому только можно. Всем, кто меня еще помнит. Ну что я? Уголовник какой-нибудь. Ну, у меня же заслуги. Гражданин Сталин, ну вот опять. Вы здесь не по чьей-то злой воле, а по решению суда. Вами совершены преступления. Я на фронте кровь проливал, а ты, шкура, что делал? Всего отсиживался. Вася, успокойся. Будете оскорблять начальника тюрьмы, немедленно прекращу свидание. Понятно? Извините нас. Вась, ну мы делаем все, что мы можем. Вась, ты... Не пиши пока никому. О чем ты говоришь, Капа? Я прошу тебя помочь, а ты мне что, советуешь молчать? Васенька, я тоже думаю, что тебе лучше потерпеть. И это говорит моя сестра. Света, ну ты же всех знаешь. Ну сходи ты к Маленкову, к Булганину. Ну к Хрущеву, наконец, они должны помочь. Вот, список людей, к которым ты можешь обратиться. Они обязаны отцу всем. Васенька, потерпи, пожалуйста. Я сделаю все, что смогу. Все. Свидание кончено. Ее Никита Сергеевич как-то пригласил и говорит, вот, Светка,
Хотим Ваську выпустить. Как ты думаешь? Ты с ним поговори, чтобы он только себя вел прилично. Он говорит, конечно, он больной человек, спасибо, выпускайте. Вот, спасибо, если выпустите. Василий Сталин умер в 1962-м, через год после того, как вышел из тюрьмы. Светлана не была на его похоронах. Когда приподнялся железный занавес, на фоне некоторой иллюзии свободы советским гражданам иногда разрешали заключать браки с иностранцами. Светлана не искала себе иностранца. Иностранца ей подарила сама судьба. Это был Браджеш Синг, гражданин Индии, переводчик издательства «Прогресс». У нее что-то с горлом было, какие-то проблемы. А он там лечился, поскольку, как все... Многие восточные люди, когда они долго живут в Европе, они болеют бронхитом и вообще легочными всякими болезнями. И вот у него эти были проблемы, и он, поскольку он был коммунист, то его тут бесплатно лечили. Она была единственный человек, который говорил по-английски там вообще из всех. И вот там они и познакомились. Виноват я, грешен. Я принес в дом увлечение всем восточным, всем индийским. Мне это очень как-то было интересно. Я, естественно, то, что читал, я рассказывал. Как-то она этим всем заинтересовалась, а потом судьба раскрешалась. Он был занятный человек, между прочим. Никакой он, конечно, был не коммунист. Он из аристократической семьи был, образованный, учился в Англии, потом в Австрии. Они ведь официально никак это не было оформлено, потому что ей сказали, что, по-моему, Микоян. Делай, что хочешь, но, конечно, никаких ЗАГСов не нужно. Вот я со своей Ашхен живу 50 лет, и мы не расписаны. Браджеш не понимал, как Светлана всю жизнь живет в одном городе. Он обещал показать ей другие страны, показать ей весь мир, когда она станет его женой. Но жесткое «нет» руководство СССР поставило крест на их планах. Просто буквально разваливаться начал. Потому что недолго, потому что он начал болеть, больницы бесконечные, и все, но умер он у нас. Она просила, чтобы ее выпустили, хотя бы похоронить. Ну, это был такой довод, против которого трудно было возражать. Но идея не вернуться, я думаю, уже тогда у нее была. Потому что она вывезла часть архива. И, скорее всего, это не мое мнение, это об этом и писали, что она, по-видимому, в сумке, где была урна, рукопись тоже вывезла. Речь идет о рукописи книги «20 писем другу», где Светлана Аллилуева описывает жизнь своей семьи – отца, матери, брата. Товарищ Сталин, а вы по-прежнему настаиваете, что вам нечего декларировать? Да, настаиваю. И, кстати, моя фамилия Аллилуева. Извините. Значит, в вашем багаже нет ничего запрещенного, да, товарищ Аллилуева? А вы сомневаетесь, да? Что в сумке? Как вы смеете? Вы что, не знаете, кто я такая? Откройте сумку. Вы хотите посмотреть на моего мужа? Тогда открывайте сами. Я уехала в Индию с прахом своего индийского друга, который умер в Москве. Он был вашим мужем? Да, он был моим мужем, моим гражданским мужем. По прибытии Светланы в Дели советское посольство долго держало ее в городе, не давая разрешения на выезд в родную деревню Браджеша-Сингха. Но Светлана настаивала. Когда Сингх уезжал из Индии в СССР, он предполагал, что не вернется. Он пожертвовал ради Светланы всем, и она была у него в долгу. Когда я приехала в те дни в Индию, у меня было разрешение остаться там на месяц, поехать в деревню на берегу Ганга. Мне все время вставляли палки в колеса,
И мне потребовалось много усилий, чтобы добраться в ту деревню на берегу Ганга, где жили его братья с семьей, и, наконец, развеять его прах над Гангом. Развеяв прах любимого человека, Светлана 3 месяца жила в родной деревне Сингха Калаканкаре. Там, окруженная его родственниками, Светлана впервые с тех далеких дней, когда была жива ее мать, ощутила полную свободу. Она сбросила с себя огромное напряжение. Здесь, в Индии, ее статус не имел никакого значения. Люди вокруг не плели интриг и не были двуличны. Это была совсем другая жизнь. Но Москва настойчиво требовала ее возвращения. Случай распорядился дальнейшей судьбой Светланы. Точнее, распорядилась она сама, но случай дал ей такую прекрасную возможность. Аллилуевой не доверяли. И по прилету в Индию у нее забрали загранпаспорт и должны были вернуть его в день отлета у стойки регистрации. Но обратный рейс Светланы приходился на 8 марта, официальный праздник в СССР. В этот день посольство не работало, поэтому паспорт ей вернули 7 марта, на день раньше. Ухватившись за подарок судьбы, Светлана молниеносно приняла решение. У нее были уже сложены вещи, куплены подарки для детей, но она все изменила в мгновение. Светлана решила бежать в США. Маша вам, а вы-то куда? Преступление расследовать. Давай, пошел. Судя по расположению тела, она, бедняга, прямо лицом так и к выстрелу сидела. А ну-ка, извините, извините, сатана. Пускай этот господин Громов заключение письменное даст. Пропало что-нибудь в доме или нет? Так это, Петр Данилович-то вроде паралич разбил. Мучит только. Да? Ничего. Попроведаем, навестим, послушаем, о чем мучит. Премьера года «Угрюм река». Скоро на Первом. Если слышите меня, левую ручку поднимите. Ладно. А правую? Правую. Замечательно. А? Вставайте, вы здоровы. Здоровы, валяйтесь, а вас ждут дела. Писали, звонили. И говорили. А мы слушали. И вот наш ответ. На ценника сделали. Шрифт покрупнее. А очередь двигаться стала быстрее. И свежая выпечка, кофе горячий. Ведь в 5000 всегда будет сдача. И чтобы доволен был каждый клиент, персонализируем ассортимент. Говорите. Сделаем. Ох, кетонал крем уменьшает боль. Послушай. Турнир я с внуком провела. Крем кетонал скорее взяла. Муж нам спектакль показал. Ему дала я кетонал. Крем кетонал. Помощник в каждом деле. Невероятно хорошо. С кетонал крем успеваю помочь всем. Какая красивая детская может у вас появиться. Просто оформите кредит в Почтабанке. И ваша ставка с каждым годом будет на 3% меньше. И меньше. Не станет вообще детской. И кредит получится всего под 3,9% годовых. Банк, с которым все хорошо. Почта Банк. Я Винни Джонс, а со мной еще один крепкий британец. Настоящий портер в лондонском стиле. Охота портер безалкогольная. Родом из Лондона. Сварен для сильных. Ты что там делаешь? Заказ на аптекару. Ты что, больная? Сама ты больная. Цены сравни. Аптекару. Сравните цены. Сочное филе в фирменной хрустящей панировке.
Только в KFC. Встречайте новые Galaxy S21. Новый уровень камеры, новый уровень впечатлений. Galaxy S21. Ощущение неуверенности, раздражительность, депрессивное настроение. Не стоит это терпеть. Афобазол способствует восстановлению и защите нервной системы. Психическое здоровье – это важно. Резиновые перчатки всего за 55 рублей. Фикс прайс. На все низкая цена. Наш самый нежный шоколад. Молочный шоколад с альпийским молоком. Вкуснее, когда нежнее. Если в поездке ничего не происходит, значит, это безопасная поездка. Все потому, что водители проходят биометрическую проверку личности и предоставляют сервису документы. Яндекс.Го. Чтобы иммунитет работал и защищал всю семью, его необходимо поддерживать. Доказано, что для поддержки иммунитета нужен витамин D. D3 Max – это источник витамина D в удобной форме для поддержки иммунитета всей семьи. D3 Max. Укреплять иммунитет. Просто. Нет ничего прекраснее природы. Новая туалетная бумага Zeva Natural Soft особенно мягкая и нежная. Она гипоаллергенна и не содержит красителей и ароматизаторов. Заботьтесь о близких вместе с Zeva. Попробуйте платочки и салфетки Zeva. Не завали праздники. Подари смартфон Xiaomi Redmi 9 за 9990 NVIDIA. Найдите работу на лучших условиях среди сотен тысяч вакансий на Авито. Например, рядом с домом. Авито. Здесь решают люди. При тяжести после еды я пила привычные таблетки. Но для переваривания пищи важны мелкие частицы. Капсула Крион с сотнями мини-микросфер помогает лучшему пищеварению. Крион – умная капсула для пищеварения. Играй, выигрывай, дари, покупай в Магнит корм для кошек Феликс. Регистрируй чек, выигрывай миллионы призов и радуй близких. Магнит, играй, выигрывай, дари. Будь осторожен. Проведи безопасную сделку с недвижимостью в приложении «Дом Клик». Не рискуй нашей любовью. Черноволосые, брови черные в разлет. Такой красивый, что я просто, кроме его, я не видеть никого не хотела. Даже и родителей своих, как я влюбила. Женатые мужчины. Они считают, что им все позволено. Они думают, что раз они содержат семью, то заслуживают десерта на стороне. К черту любовь. Это не для меня. Буду заниматься своим ранчо и все. Истории от первого лица в фильме «Женщина». Премьера 5 марта на Первом. Я нашла в его бумажнике визитную карточку проститутки. Я даже не знала, что у проституток есть визитки. Уже одно это меня поразило. Я ей благодарен за то, что она уехала. Как ни странно, это, может быть, прозвучит. Потому что мне был 21 год, когда это все произошло. Я учился на 4-м курсе. Катя была школьницей, ей было 16. И я оказался в ситуации, когда надо жить как-то. Бегство в США не было целью Светланы. Она просто не хотела обратно. Идеальным решением для нее было бы остаться в Индии. Но ситуация не позволяла сделать этого. Близились парламентские выборы, в которых принимала участие Индира Ганди. И ей меньше всего хотелось обострять отношения с СССР. Скажите, вы знаете, где находится американское посольство? Да, это совсем рядом. Можно пешком дойти. Это не важно. Отвезите меня, пожалуйста, туда. И побыстрее. Я вам хорошо заплачу. Спасибо. Перебежчики появились в 60-х. И я знала истории о предателях, как их называли, о советских людях, которые в разных странах бежали в американское посольство.
Поэтому вы поступили так же? Я знала эти истории. И вы решили поступить точно так же? Вы хотели убежать, но не знали, как это сделать? Американское посольство было рядом, по соседству. Добрый вечер. Простите, мисс Аллилуева, но рабочий день уже закончен, в посольстве никого нет. Но мне очень важно поговорить с консулом. Тогда я подожду. Я написала письмо Косыгину и попросила разрешить мне остаться на 3 месяца. Есть такой закон. Если родственники гарантируют оплату всех твоих расходов, ты можешь остаться на 3 месяца. Нет. Косыгин был таким... Надеюсь, он уже мертв. Он умер. Хорошо. Он уж точно не на небесах. Он точно не в раю, а в каком-то другом месте. Он лично ответственен за то, что я покинула Россию. Когда-то он был руководителем российского правительства и пытался играть роль моего отца. Он мне говорил, что я не могу выйти замуж за индуса. Я не могу то, я не могу это. Я не могу поехать в Индию. И когда, наконец, я была уже в Индии, он пытался вернуть меня обратно как можно скорее. Со Светланой Аллилуевой встретились представители американского посольства. Джордж Хью, консул посольства США в Индии, и Боб Рейл, второй секретарь посольства. Меня зовут Светлана Аллилуева. Я дочь Иосифа Сталина. Я Джордж Хью, консул. Можно ваши документы? Пожалуйста. Все дело в том, что я больше не желаю возвращаться в Советский Союз, и я прошу вас мне в этом помочь. Так вы говорите, что ваш отец Сталин? Да. Тот самый Сталин? Да. Наша пресса написала об этом кратко. В иностранной печати появилось сообщение о том, что Аллилуева находится за границей. ТАСС может подтвердить, что Аллилуевой была выдана виза в Индию. Как долго пробудет Аллилуева за рубежом, это ее личное дело. Мировая пресса подала новость как сенсацию. Бегство Аллилуевой всколыхнуло мир. На это в Кремле уже не могли закрыть глаза. Председатель КГБ «Семичастный» лишился своего поста. На его место был назначен Юрий Андропов, который предложил оставить детям Светланы 4-комнатную квартиру, талоны на кремлевское питание и пенсию 100 рублей в месяц каждому, чтобы использовать их в мероприятиях против матери. Ну а как же можно не верить, когда тебе дают газету с интервью? Причем не просто перевод, а саму газету американскую. И там написано все. Что вот, ну, что все там резоны изложены, что она не вернется никогда, и все. Ну как же можно не верить? Мой сын был уже женат. Ему было 22. Уже не ребенок. Дочери было 17. Она как раз поступила в университет на физмат. Они были не дети? Не в пеленках.
Потому что писали, что вроде как бросила детей уехала. Да. Это были не дети, это были взрослые люди. И в Америке, кстати, в этом возрасте уже... Молодые люди такого возраста уже начинают жить самостоятельно. Они поступают в университеты, в колледжи или заводят семьи. Матери уже не играют существенной роли в их жизни. Американский посол решил, что меня надо отправить в Вашингтон. Поэтому вместе со вторым секретарем посольства я села в самолет австралийских авиалиний в Дели. И мы полетели в Вашингтон. Но была остановка в Риме. И Госдепартамент сказал, что меня не следует везти в Вашингтон, а нужно отправить в Швейцарию, где они поговорят со мной. Не знаю, может, они передумали принимать меня. Там внизу какие-то горы. Это Альпы. Мы уже над Швейцарией. Вы по-прежнему ни о чем не жалеете? Я? Вы шутите? А если не секрет, как вам удалось получить для меня швейцарскую визу? О, это была целая детективная история. Мы ездили вокруг аэропорта на машине швейцарского представителя. Его секретарша в одной руке держала бутылочку с чернилами, а в другой – печать. Вот видите, даже я испачкался. Спасибо вам большое. Знаете, я сейчас вот о чем думаю. Вот интересно, если бы был жив ваш отец, как бы он отреагировал на ваше решение? Извините. Да нет, ничего. Но он был уже мертв. Разумеется, когда он был жив, я не могла бы так поступить. Представители Госдепартамента говорили прессе, что я поехала в Швейцарию, чтобы забрать миллионы, которые мой отец оставил для меня в швейцарских банках. Эта ложь остается со мной до сегодняшнего дня. Разумеется, не было никаких миллионов. Отец никогда не давал мне даже карманных денег. И где вы брали деньги? У своей няни. И что вы покупали на них? Ничего. Когда я была маленькой, мне не нужны были деньги. А мороженое, например? Нет, нет, нет. Нас полностью обеспечивало государство. Мы жили в государственной квартире. Школа была государственной. За университет платить не надо было. Деньги, в общем-то, были не нужны. В этом-то и фокус советского строя. Деньги людям не нужны. Скажите, вам не жаль в России оставлять близких? Вам плохо? Нет. Нехорошо. Я ненавидела Россию. Советскую Россию. Я никогда не вернусь в Россию. Я не являюсь этнической русской. В Швейцарии Светлана некоторое время жила в монастыре. Денег не хватало. Заботу о ней взяли на себя католические монахини. Затем она переехала в Америку, где в 1967 году смогла издать свою книгу «20 писем к другу». Мне так и не удалось начать новую жизнь в Америке. Меня пригласили в Аризону. Там я познакомилась с мистером Питерсом и вышла за него замуж. Я думала, что таким образом смогу избежать политики, восточного побережья и всех этих государственных деятелей из Вашингтона. Буду вести тихую жизнь замужней женщины. Я знаю, как это делать. В общем, начался следующий этап моей жизни.
Но родственница Питерса, вдова знаменитого архитектора Фрэнка Брайта, делала все, чтобы поссорить Светлану с мужем. Конечно, это была любовь с первого взгляда. Мы с Уильямом Питерсом полюбили друг друга, но он не был хозяином собственной жизни. Его жизнью управляла вдова Фрэнка Брайта, миссис Фрэнк Брайт. Она где-то прочитала, или ей кто-то сказал, что у меня есть миллионы во всех швейцарских банках. По сути, это она пригласила меня. Она нас поженила, думая, что эти миллионы достанутся ей. Поняв, что у меня нет никаких миллионов, она постаралась сделать мою жизнь абсолютно невыносимой. К тому времени у нас уже родилась наша дочь Ольга. Я забрала ее и вернулась в Принстон. Я была очень расстроена. После этого мы уехали в Англию. Ольга была в то время уже школьницей. Ольга училась в квакерской школе. Ей там очень нравилось, потому что квакерские школы очень либеральные. Там не было домашних заданий. С 12 лет там начиналось сексуальное образование. Ей это нравилось. Ей всегда нравились мальчики, а она нравилась им. Более 15 лет прошло с тех пор, как Светлана покинула родину. О каждом своем перемещении она писала детям, каждый раз сообщая новый адрес и телефон. Она очень хотела видеть и слышать их. Но письма до детей не доходили, оседая в архивах КГБ. Первый русский голос по телефону, который она услышала в Англии, был голос ее старшего сына. Hello? Sorry, what? I can't understand you. Mom? Hello? Мама, это ты? Алло, это я, Иосиф, из Москвы. Да. Да, да. Алло. Я слышу тебя, да. Мама. Она меня обвиняет, что я ее выманил, будучи агентом КГБ. Вы будете смеяться. Вот, значит, пришла открытка, по-моему, с Новым годом, что ли, поздравления. И там были такие слова, что я погибаю, умираю, позвоните. И там был телефон. Я как-то мне ее жалко очень стало. Я взял, да и позвонил. И сразу соединился, что в те годы совершенно, конечно, было исключено. И надо было мне сообразить сразу, что не нужно этого делать. Светлана решила вернуться в Советский Союз. Прошло уже много лет, сменилось руководство страны, и Светлана верила, что и сама страна изменилась. Верила, что та ужасная эпоха умерла вместе с ее отцом. Я вернулась в Россию. Это я сделала из-за своей дочери. Кроме того, у нас закончились деньги. А я знала, что в России обучение в те дни продолжало оставаться бесплатным. Власти шли ей навстречу во всем, лишь бы она снова не покинула СССР. Ей предложили квартиру в центре Москвы, выделили машину с водителем, собирались восстановить пенсию. Но КГБ снова установил над ней тотальный контроль. Как только мы приехали в Москву, у нас отобрали наши американские паспорта. Мой американский паспорт забрали, и нам начали указывать, что делать. Светлану и Ольгу привезли в гостиницу «Советская». По замыслу властей, это было самое подходящее место для встречи Светланы с сыном Иосифом и бывшим мужем Григорием Морозовым. Ну и вы как, будете рекомендовать ей вернуться или нет, спросили меня. Мы бы на вашем месте порекомендовали. Ну, я не то что рекомендовал, но я же не мог написать, ты что, с ума спятила, сиди на месте. И по телефону не мог это сказать. Все тогда прослушивал. Премьера на первом. Такого вживую никто еще не видел. А можно попробовать? Алексей, вам все можно?
Я почти знаменит. Сегодня на Первом. О, так начало положено. Будем тренироваться. Болит. Тут колет. Тут режет. Тут. И тут. И тут. И тут. Если пищеварение дает сбой и болит где-то тут, попробуйте Неубутин. Когда болит где-то тут. Будь осторожен. Проведи безопасную сделку с недвижимостью в приложении «Домклик». Не рискуй нашей любовью. «Домклик». Я у тебя очки не забывал? Вот. И на «Пепт» от рассеянности. Сил нет, сплю плохо. На «Пепт». Для хорошего самочувствия и сна. На «Пепт» создан для улучшения мозгового кровообращения и работы мозга. На «Пепт», чтобы голова работала. Давай полегче, а не вот это все. Покупаем 4 «Данон» или «Активия» в «Пятерочке» и получаем шанс выиграть 1 000 000 рублей. Мне уже легче. Ох, кетонал-крем уменьшает боль, послушай. Турнир я с внуком провела, крем-кетонал скорее взяла. Муж нам спектакль показал, ему дала я кетонал. Крем-кетонал, помощник в каждом деле. Невероятно хорошо. С кетонал-крем успеваю помочь всем. Сложные загрязнения? С ними справится только главный по жиру. Ха! Для посудомойки у меня есть новые капсулы Fairy Platinum Plus. Они очищают, распаряют и удаляют самые сложные загрязнения с первого раза. Лучше самых продаваемых таблеток. Да, блестящая работа. Новый Fairy Platinum Plus. Босс чистоты. Когда работа горит, перекус – приятная пауза в деле. Но изжога и боль в желудке точно не дело. Алмагель А – препарат двойного действия. Борется с изжогой и болью в желудке, бережно обволакивая его стенки. Алмагель А – знает свое дело при изжоге и боли в желудке. Все, что должно быть в идеальном подарке, есть в Яндекс.Станции. Покупайте на Озон и получайте кэшбэк. Неужели это навсегда? Что делать? Лангидаза способствует снижению числа обострений при хроническом простатите. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Папа может. Покупайте колбасу мясную в сети магазинов и гипермаркетов «Магнит». Папа может. Первый канал и театральный фестиваль имени Чехова представляют дерзкие эксперименты и необычные решения от признанных мастеров сцены. Зёка на море и Йетте Штекель, Алессандро Серра и Роберт Стуро, Мурат Мерзуки и Патрисия Геррера, оголенный нерв реальности и лабиринт запутанных иллюзий. Пульс жизни в каждом представлении. Подробности на сайте фестиваля. Только «Водомаз» этой весной смело рассчитывай на большее. Ведь «Водомаз» – большие скидки до 80%. Теперь ты знаешь, что делать. Когда любовь идет от сердца, это чувствуют все и готовы делиться любовью друг с другом. Творог искренне ваш. Любовью от сердца. «Терем». Выгодные предложения к 23 февраля. Уже на сайте. Московский ювелирный завод создает украшения с бриллиантами. А вы вдохновляете любимых дарить достойные вас подарки. Дарите любимым бриллианты. Muse Diamonds. Новое имя Московского ювелирного завода. Любое блюдо вкуснее с маслом Вкуснотеево. Вкусно вкуснее Вкуснотеево. Пришло время обновления. Приезжайте за новой кухней в Гранд и выбирайте кухню своей мечты. Мебельный торговый комплекс Гранд. 100 метров от МКАД. Папа может. Сервелат финский в «Пятерочке». Папа может. В общем, я узнала, что у твоего Стрельцова с этой Светой по молодости в Москве роман был. Ну, то, что было, это не значит, что прошло. Это наше дело личное. Ты откуда лезешь? А как же жена товарища? Это святое. Как же честь офицера? Курорт цвета хаки. Премьера многосерийного фильма. Завтра, после программы «Время». Просто скажи, что это неправда. Нас окружали абсолютно идиоты. Из тех, кто говорил нам, что делать, я не встретила ни одного нормального человека с мозгами.
Горбачев еще не появился. Горбачев пришел позже. Светлане пытались создать хорошие условия для жизни в Москве. Но она сказала «нет» и добилась разрешения уехать в Грузию. Быть может, за хребтом Кавказа ускроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Вот это у меня в голове. Быть может, за хребтом Кавказа. И мы, значит, кинулись в Грузию. И там было все совсем иначе. Там было все совсем иначе. Там были какие-то совсем другие люди, которые сразу же поняли, что главное в моей жизни – это вот моя Оля, как ее, куда ее устроить и как дать ей образование. Там как-то поняли это все сразу. Вот. Это было удивительно. Но и Грузия не стала ей домом. Светлана поняла, что приезд в СССР был ошибкой. Ни смена фамилии, ни перемена адресов не могли отделить ее от прошлого, в котором она была, будет и навсегда останется дочерью Иосифа Сталина. И она решила вернуться в Англию. В Англии моя дочь поняла, что должна работать и зарабатывать деньги, потому что мои деньги к тому времени закончились. И она начала работать в 16-17 лет. Она вступила в общину хиппи в Лондоне. Они все употребляли наркотики, все курили марихуану. Я слышала, что она работает официанткой. Да, позже она работала официанткой. Она проработала официанткой 6 лет. Она работала продавщицей. Она разбирается в торговле. Она может продать вам что угодно. Она может продать вам это старое кресло, сказав, что это антикварная вещь 17 века. И вы купите ее, принесете домой, думая, что купили антикварную вещь. Она способна продать вам все, до последней старой ложки. Вот, например, люстра-канделябр, моя любимая. Просто чтобы вы представляли, какого рода вещи здесь делают. Здесь много люстр-канделябров. Обычно они сочетают абсолютно новые и винтажные детали. Не так просто найти эти детали. Это оригинальная люстра 50-х годов. Ее выкинули, а мы ее реанимировали. Ольга Питерс, младшая дочь Светланы Аллилуевой, живет в Америке. Работает в магазине под названием «Три обезьянки». Внучка Иосифа Сталина охотно поведала о том, что за чудесная традиция у трех обезьянок и какие замечательные покупатели сюда заходят. Мне очень нравится видеть, что к нам приходят семьями. Все вместе. Дочь, мать и бабушка. И все замечательно проводят здесь время. Каждый находит здесь что-то по своему вкусу. Сын, отец, дедушка, возможно, пойдут в отдел древности и антиквариата и отыщут там что-то по душе. В далекой России, на Камчатке, которую Светлана путает с Аляской, в тихом поселке Ключи прислушивается к вулканам ее дочь Катя. Кто-то любит океан, кто-то море, кто-то небо, кто-то звезды, кто-то вулканы. Они все любимые. Когда извергается, он очень любимый. Когда он не извергается, он очень хороший, но там что-то другое извергается. Вот. Внучка выросла рядом с Шевелычем, дочка рядом вот с этими вулканами. В общем, с детства на вулканах. То есть она их, в общем, любит, знает, понимает. Если бы у нее была возможность, я думаю, что она бы тоже занималась. Вот, потому что, в общем-то, ну, здесь вроде как-то все очень близкое, знакомое, понятное. Ее муж покончил жизнь самоубийством. Дочь выросла и создала свою семью. Катя вновь осталась одна. Она не желает говорить ни о матери, бросившей ее, ни тем более о самом Сталине. Она согласилась говорить только о своей работе. Моя матушка абсолютно невыносимый человек, в смысле характера. И она умудрилась рассориться со всеми своими тремя детьми. Это не я один так говорю.
моя младшая сестра, когда в свое время написала ей письмо, не захотела приезжать в Москву, когда она вернулась. И там все объяснила, я письма не читал, но, видимо, оно было достаточно бронебойное. Ну, с Ольгой, с американской моей сестрой тоже, видимо, не сложились отношения. В общем, получается, что все мы трое. Либо мы все трое плохие, либо она тяжелый очень человек. Well, you see, that is why I Именно am поэтому so я так сердита на своих детей, оставшихся в России. На моего сына и на мою дочь. Они поверили версии правительства, а она заключалась в том, что я уехала в Америку, чтобы разбогатеть. Это неправда. Я здесь не разбогатела. Я и сейчас не являюсь богатой. Моя дочь Екатерина ни разу не приехала из Аляски, чтобы повидаться с нами. А где? Нет, ну это внучка, теперь у нее уже есть. Это правнучка. Моя правнучка. Угу. А как ее зовут? Вика. Я не знаю, кто ее отец. Вот после этого она прекратила мне писать. Ну это все дочь Сталина, дочь Сталина. Они никак не могут его забыть. Они все думали, что если я являюсь дочерью такого отца, то должна быть верно подданной советской гражданкой. Но я не была таковой. Как моя мама, как моя немецкая бабушка, как моя грузинская бабушка, я не была одной из них. Я не была москвичкой. Они не могут понять этого до сего дня. Они думают, что я должна говорить по-русски, что я однажды вернусь в Россию. Я не плачу, когда вижу березы. Я плачу только тогда, когда вижу эвкалипты и Черное море. Потому что эвкалипты и Черное море — это единственное, почему я скучаю.